Уже этой осенью на российских дорогах не останется бесправных водителей. С 1 сентября инспекторы ГИБДД не смогут отбирать у участников дорожного движения водительские удостоверения. Даже если автомобилист выехал на встречку или попался пьяным за рулем, права у него не отберут. Такая норма содержится в новых поправках в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас, если автомобилист совершает нарушение, за которое могут лишить прав, то водительское удостоверение у него изымается. А на время следствия выдается временное разрешение на управление транспортным средством, которое действует 2 месяца. Это создает много проблем, особенно если дело затягивается. С 1 сентября права у водителя смогут забрать только после соответствующего решения суда. С момента вступления этого решения в силу водитель будет обязан в течение 3 суток сам сдать документы в подразделение госавтоинспекции. В противном случае нарушителя ждет штраф.